взгляд из глубины твоей души. Торговая марка Sergio Bellini. Это мужская и женская одежда, которая производится у нас исключительно в Италии. Немного мы ее производим в Испании. Но обязательно отслеживаем, чтобы стиль и, скажем так, модели все были эксклюзивны. Отшивались непосредственно только под нашу марку. Красной нитью через каждую нашу коллекцию проходит дизайн в виде принтов. Принты у нас разрабатываются исключительно дизайнером, который адаптирует все принты под модели нашей одежды. Так что можно сказать, что каждое изделие торговой марки Sergio Bellini – это единственный неповторимый дизайн. Вы знаете, да, что сегодня у нас открытие бутика. Девочки, вставайте так, чтобы я между вами была. Как называется ваш маскарадный костюм, Алик? Алик торопится в посольство. Ну, у меня пират здесь, поэтому, видимо, что-то связанное все-таки с сокровищами. Я надеюсь, что в этом магазине как раз все сокровища. Ищу твой взгляд. Митя, помнит день рождения сегодня у Мити. 3-4, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mita. Happy birthday to you. Вы знаете, мне сегодня очень приятно оказаться в гуще этой презентации, этого праздника. Почему? Потому что у меня сегодня действительно день рождения, я не собирался его праздновать. Если бы не Лена Ленина и открытие, то я бы, наверное, сегодня остался без каких-то значительных подарков извне. У Лены сегодня шикарное платье, оно нет, да и расстегнется, мне кажется, да? А как известно, у Ленины под платьями ничего не бывает. Белья нет, клянусь, тебе это известно. Платье называется «Любимой женщиной итальянского президента». Александр Серов in the house! Yes! Александр, срочно к нам, проходите срочно! Красавец! Я хочу спросить у Кати, Лень. Катюша, как ты относишься к итальянской моде? Я обожаю итальянскую моду. Обожаю ездить на шоппинг в Италию. Это труд, колоссальный труд, выбирать вещи. Но, мне кажется, для женщин это просто необходимость. Для того, чтобы чувствовать себя красивой, счастливой и просто поднимать себе настроение. Море цветов, вижу тебя, я готов. Итак, друзья мои, мой костюм – это олицетворение гламура домашнего хозяйства. То есть вот такая очаровательная предводительница партии гламурных домохозяек. Вот такое все красивенькое должно присутствовать на кухне у каждой гламурной девушки. И позирую. Итак, Ирина Блёва из Подача, наверное, активнее остальных звезд в создании своего маскарадного костюма. Особенно нравится длина ее юбки. Ой, простите, пожалуйста, Ирина забыла одеть юбку. Я дома сейчас, юбка мне не нужна. Вижу тебя, ищу твой взгляд. Сережа Зверев, самый стильный, самый из всех стилистов нашей страны. Если он пришел на открытие бутика Sergio Bellini, значит, здесь есть на что посмотреть. О, Сереженька, иди к нам. Вижу тебя. Итак, несколько слов об итальянской моде, Сергей Зверев. Что касается итальянской моды, я считаю, что очень Милан, если взять воплощение Италии Милан, да, то это законодатели моды, мировой моды. И как это получилось, что сейчас даже не Лондон рулит, да, Лен? Не Лондон, а Милан. Не обижай наш Париж. Ну, а такая замечательная фирма, такой бутик, я смотрю. Юленька,
Сурковская. Вижу вас, вы хотите несколько слов о том, что делают наши звезды. Куда ты курируешь? Елена, звезды, вот если так попасть, они все в пределе горящими глазами. Я надеюсь, что всем понравится. Супер, спасибо вам огромное за такой замечательный бутик.